Приветствую вас, друзья, на канале Тепличный Бизнес. Наконец-то дошли руки. И сегодня я буду делать в своих теплицах теплый грунт. Как показывает практика прошлых лет, это большая необходимость. Так как ранние посадки, нужна теплая земля. А лежащие трубки просто на земле не дают того эффекта, который должен быть. Грунт не прогревается. А мне надо при ранних посадках теплый грунт. И вот в этом мне поможет вот такой вот инструмент. Обычная лопата. Ну нахер. Ее еще называют американка. С помощью нее буду копать траншеи и закладывать туда вот такую вот обычную трубку, двадцатку, по которой будет идти горячая вода. И тем самым будет обогревать грунт. Итак, лопатные работы закончены. Вот что из этого получилось. Выкопали 10 траншей глубиной 40 сантиметров на два штыка лопаты. Напомню, ширина теплицы 10 метров. И на этой ширине будет расположено 10 рядов. 4 спаренных и 2 одинарных по краям. От края отступил 60 сантиметров. Между ряде у меня будут 1,40 м. И двойной ряд, между ними расстояние 40 сантиметров. И вот так вот это все выглядит. Гениально! Так, ну что, теперь необходимо взять эти трубки, подсоединить. Вот таким образом я креплю шланги. Вот. На кран штуцер и на хомут. Нагреваем воду. Запускаем систему, проверяю на течь. Нигде ничего не течет, все целое. И теперь смело можно их закапывать. Чем сейчас я и займусь. Ну вот, работы по закопке завершены. Вот такой вид имеет теплица. После всех работ. Вроде ничего и не поменялось. Да ладно! Работа проделана большая. Теперь в этой теплице есть 10 теплых грядок. И можно спокойно теперь сажать ранней весной. И не переживать, что корню будет холодно. Ну вот и все. Хотя нет, это еще не все. Ну а теперь точно все. Вот такой вот вид имеет теплица. Перемотоблочил ее, перефрезеровал. И теплица полностью готова под посадку с теплыми полами. И я так подумал в качестве эксперимента, чтобы теплица не пустовала 2 месяца, решил посадить. Впрочем, это уже совсем другая история. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось видео, то поддержите его лайком и не забудьте подписаться. С вами был канал Тепличный Бизнес. Меня зовут Руслан. Всем пока.